Hey, okay, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру по названию Guacamole 2. Как вы помните, мы с вами одолели первого врага, но не полностью. Мы нашли реликвию, повстречали огромного скелета, и мы превратились в курочку. А теперь мы идем, как я понимаю, в куриный храм какой-то. А заметьте, 3D-шный. А я не могу превратиться обратно? Да ладно, она даже может от стенок отпрыгивать. Вот, походу, я научился яйцам кидаться. Восемьдесят лет назад, когда по Мексике бродили динозавры, миром правили куры. Прием. Куриный удар. Это населенное наследие наших предков, которые таким образом охотились на акул. Дикари. Странник. Что с них взять? Куриный удар, это моя новая атака. И запомни, ты победитель. И куриный спаситель. А, видите, вот у нее способности отнимать не так уж много. А, тут поверхности скользкие, черт. Давай, восстанавливайся быстрее. О! О, ребят, это у нас отсылка на как раз куриц-масон, который был сказано. Давай шустрее, набирайся. Меня убили? Я только заметил. Так, попал. Не, ну курица теперь мощная. Очень мощная, я скажу.
новые куриные атаки. Ого, ты ведь вышел оттуда? Многие куры ходили туда, но никто еще не возвращался. Я не раз встречал головы вроде этой в разных уголках света. Если тебе не хочется странного... Если хочется странного, можешь тоже поискать их. Кого, головы? Теперь можно чисто курицей играть. Ах, ты уже вернулся, а я даже не успел навести порядок. Что ж, косточки пончо тоже сами себя не сломают. Пойдем внутрь. А я тебя раньше трусом считал. Рад, что ты доказал обратное. Что ж, пора тряхнуть стариной. Ну или перышками. И дать кому-нибудь взбучку. С-с-с-с-с. Нихера себе. А как я? Сложно. Блин. Да ёлки-палки. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь тебе понадобятся быстрые рефлексы. И должен прервать один спецприём, выполнив другой. Хера себе. Хотел сказать, что это было куропомрачительно, но ты мне все равно не нравишься. Давай, ты не будешь тратить мое время и придешь, когда будет с чем поработать. Так, куда мне идти? Пойдем в домик. А, мне нужно в реальный мир попасть. Сейчас мы пойдем, не страшно. Хуан, реликвия у тебя. Теперь ее нужно как можно скорее отнести нашему союзнику в веселом Алибрихе, чтобы вели Чучуле. Он будет тебя ждать. Но чтобы туда добраться, тебе понадобится умение «Стремительный удар». А их всех измерений подходящая статуя осталась лишь в одном. Уачивай. Из измерения со всеми статуями. Чего? Твое измерение единственное, где осталась статуя со «Стремительным ударом» в твоей коллекции. Тебе придется отдать ее Хуану ради всего общего блага. Что? Ну ладно. Так и быть. Поделюсь с ним статуей, но только одной. Она хранится в моем подвале. Там же, где и вся моя полная коллекция статуй. Все как на подборе, без единой царапины. Только грязными руками их не трогай, понятно? Открыть портал в измерение со всеми статуями. Да ладно. Хуан, скорее найди статуи со стремительным ударом. Время уже на исходе. Стоп, давайте, пока я туда не отправился. Мне просто кэш на самом деле нужен.
Манай тут курицы добавили много приемов. Лесть Чивы. Измерение со всеми статуями. О, это я место помню. Не помню, на что это отсылка. Афу. Показалось, что это этот. Ну, не суть. А что это за мир? Блин, статуи снова знакомые. Козел. Палка, 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 маска. Ничего тут такого нету. Ладно, подвал. Свежее дыхание. Быстрое моргание. Открытая правильная осанка. Открытая невосприимчивость к порезам от бумеранга. Пятна вывождения. Скорочтение. Крепость задним умом. Прочистка носа. Медаса. Цепкий хвост. Живет и дремота. Любовь к растениям. Отличная память на имена. Смирительный удар. Мангровые леса, темное измерение. С возвращением, Хуан. Ну как, понравилась моя коллекция статуй? Без сомнения, она самая большая коллекция статуй. Погоди-ка. У тебя удивительно свежее дыхание. А еще ты слишком их быстро... Уж слишком быстро моргаешь. Ты что? Нет. Нет! Моя прелесть! Все-таки Хуан. Отличная работа. Теперь, раз ты овладел техникой стремительного удара, отнеси нефритовую реликвию нашему союзнику веселое алебрихи, что вывели чели. Мы будем на связи. Так, и где это место? Понятненько. Ну что, что-то-то-то. Делать с вами. Ого, это малютка и есть лучадор. Уф, могу с уверенностью сказать, что ты не пойдешь. Что такое четвертое штопорный бросок с прогибом, даже если тебе им 100 раз. Может, пока что тебе и удастся раздавать тумаки чахлым скелетикам. Однако без хороших приемов ты, малыш, в жизни ни одной черепашки не раскроешь. Чтобы поработать над захватом, сперва нужно открыть окно умений и улучшить тебе схватывать на лету. Чё такие дешевые? Бросок на голову, бросок с прогибом, торпеда, ракета, попался. Бросок на голову. Так, возможно схватить врага и ударить его о землю. Возможно схватить врага и сделать бросок с прогибом. Отшвырнуть его. Врага и подбросить его вверх. Увернитесь от удара и схватите противника. Но мне желательно только эту способность пока что.
Что-то я нихера не понял. Короче, я понял. Хочу, не хочу, придется и это все вкачивать. Хотя бы на единицу скачать надо. Примерно я понял. Да ёлки-моталки. Так, а что у нас наверху? Ну, я еще не умею менять время, поэтому... Да. Так, ждем, 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 ждем. Сейчас он метнет, и мы к нему полетим. Прыжок, прыжок. Бросок на голову прокачан. Так, ну понятное дело, значит, мы сюда идем. Легко. Та-т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 а. Плюс дополнительная сила. Oh,
разобью. Отлично. Пиньята. Больше почему-то... А что из меня только деньги падают? Попаду, да? Печально. Курочка, погнали. Отлично. Ну да, с помощью курочки хотя бы можно быстро передвигаться. Да, пасхалок здесь довольно мало. Я их вообще сейчас не вижу. Так, это сейчас пойдем чего себе сделаю. Так, хорошо. Может, я тогда сразу этот возьму? Пока возможно сесть. Пойдем, мы сейчас все можем исследовать. Синий уничтожить могу. Желтый не могу, все. Отмена. Когда я буду понимать, что я могу все уничтожить, тогда да. Ага. И. Сквозь миры я путешествовать пока что еще не могу. Не забываем. Виль я чула. Что вы мне с покупками этими? Куплю я эти покупки потом. Большой город, слушайте. К
Какой-то расстроенный, никогда обо мне не слышал. А, растерянный, никогда обо мне не слышал. Ну и ну, я петушок Рамирес. В представлении не нуждаюсь. Я гордость Пио-Сити. Цыпа голубой крови, прошу только без автографов. А привело меня сюда пророчество золотого яйца. Тебе нужно многому научиться, чтобы пророчество сбылось. А разве найдется кто-то, кто лучше меня? Петушка Рамиреза, обладателя лучшего гребешка в старшей школе. Обучу тебя боевым приемам. Тебе повезло стать моим трудолюбивым учеником, юный. Открой окно умений, чтобы увидеть, какие задания я для тебя приготовил. Наверное, скоро на твоем груди будет гордо красоваться серебряная медаль. Нет. Железный клюв увеличивает силу удара на сим клювом. Не исследовано. Враг взрывается при уничтожении ударом. Нихера. Слушай, а как оно используется хотя бы? Понимаю. Ну ладно. Эта картина отлично справляется с ролью зонтика. Удобно, потому что дождь, похоже, даже не думает заканчиваться. Сегодня в этом ресторане пройдет состязание, кто больше съест. Спорим на твою трику, что я выиграю. Победитель будет 2 недели обедать за счет заведения. Мигель, поторопись, заказ должен быть уже готов. О, Соник. Советую забегать в гостиницу, если будешь возможность. Сюда имеется в виду? О, это тоже отсылка, если что, на... Ну, вот вы помните. Я владелец сетью Fight Town, понятно? Я желающий подраться, тут не найдется немало. Давай заходи, научу тебя чему-нибудь, пока я в настроении. Чито... Ну вот, этот дождь вообще собирается заканчиваться. Мне пришлось убить целое утро, чтобы сделать прическу, а теперь она без нужды испорчена. Из скудных земель к нам иногда заходят загадочные незнакомцы. Говорят, оно то ли ведьма, то ли чародейка. Когда наш малыш появится на свет, мы, скорее всего, переедем в город поменьше. Нет-нет. Вильячула — прекрасное место, просто мы бы хотели жить в более тихом уголке. Ну, погнали, времечко есть немного. Итак, давай как следует отработан твой новенький стремительный удар. Рано, да? А теперь стремительно выметайся, пока я не передумал. Мало дают, тогда по 500 давали. Да это не будешь тратить, так это было. Бурита, отсылка на Звездные войны, походу. Буба
Хат или Боба Хит, как его там. Тьфу, папаша, ты даже не достоин находиться у меня дома. Ха, классный пояс. Сейчас все любят лучадоров, а мне они нравятся еще до того, как оно стало модным. А тебе, папаша? Спорим, ты своим апперкотом и мухи не обидишь. Ну ладно, неплохо. Хотя апперкот нынче никогда не удивишь. А спорим, ты никогда не сможешь супер-пупер ударем. Сможешь его выполнить или тебе напомнить, что это стремительный удар? Ну что, папаша, вижу, снова ты знаешь. Вот только лучадор — это не марка одежды, которую ты носишь. Это образ жизни. Докажи, что ты крутой чувак, докажи убийством для гусячий плюх. А, у меня его еще нету, ладно. Кошак в кружке. Благодаря Педро и его ребятам мой клуб долгие годы процветал. Если он хочет провести здесь свои последние дни, то я буду только рад его увор... А, это есть Педро? Здравствуйте, лучадор. Пришел посмотреть выступление старика Педро? Увы, дни мои сочтены, я что хуже всего остался... Остался я без своего гитары. Ах, моя гитара. Я дал ее Марии из жирного цыпленка. Но он так и не вернул ее. На кое мне следует жизнь, если в ней не будет моей музыки? Прошу тебя, лучадор, не мог бы ты забрать у Мари мою гитару? Музыка Петра была усладок для моих ушей, поэтому для меня было честью позаботиться о нем под старость. Мы отметили все выступления из-за кулисы посторонним нельзя. Надеюсь, вы понимаете. Короче, мне нужно гитару, да, искать? Как платформа. Никогда не думаешь, что что-нибудь зарабатывать себе на хлеб музыкой. В детстве я мечтал управлять где-то... гигантским роботом и сражаться с космическими монстрами. Это у нас отсылка на рейнджера, боевые рейнджеры. Сегодня моя очередь готовить ужин, но мне так не хочется идти на рынок за продуктами. Может, просто заказать готовую еду с доставкой? В последнее время небо затянуто особенно мрачные тучи. Надеюсь, это просто погода пасмурная. Хотя предчувствие у меня нехорошее, а живот крутит. Может, просто не надо было столько перцев за обедом есть. Последний код. Это у нас отсылка на Гарфилда. Сюда нельзя, если ты хотел поговорить с тем парнем в гостинице, то Так, пропущу. Мариас, Гуас, Локо Блюэ. Скажи, а тебе когда-нибудь хотелось обнять кактус? Нет? Ну, мне тоже. Священный гуакамоле, говоришь? Лично мой секретный ингредиент — грейпфрутовый сок. Лимонный и лаймовый для слабаков, а от настоящего священного гуакамоле скулы должны сводить. А мне нравится, когда идет дождь, потому что обычно тут стоит жара. Меня всегда интересовало временные разломы. Как они работают? Откуда они взялись? Почему один не почти сразу закрывается, а другие вечно стоят открытыми?
Через них удобно сокращать путь, потому что они разбросаны по всему миру. Мы, жители Вилья Чили, очень гордимся нашим прекрасным кактусами, только не трогай их. Нет, не потому что они хрупкие, а потому что, иглы очень острые. Так, я везде, да, полазил? Или еще нет? Привет. Здорово, когда к нам в город заглядывает Лучадора. Приятель, я не хотел померяться силой, слишком занят. Ну ладно, тогда в другой раз. Эти цветочные магазины владеют уже 4 поколения моей семьи. Лично мне не хочется продолжать семейное дело, надеюсь, когда сестренка подрастет, она займется этим вместе меня. Мама и папа хотят, чтобы я и моя сестра, старшая сестра продолжали семейное дело, когда мы вырастем. А я не хочу. Когда я стану взрослой, то выберу себе интересную профессию. А буду шить игрушки или тренировать борцов, а может и в космос полечу. А, теперь видите, у них не эти. Йо-йо. А тогда были эти. Жуки. Я тренируюсь, чтобы стать хорошим футболистом. Я бы позвал тебя попинать мячик вместе со мной, но ты такой сильный, что я боюсь забросить его на Луну. Люблю посидеть, поразмышлять фонтаном. О, добро пожаловать в пиньятный дворец Педро. Меня зовут Педро, и я обожаю две вещи: пиньяты и кулачные бои. А если их объединить, то получится нечто невероятное. Ты посмотри на свои мускулы, даже у богов таких не были. Поистине, ты был создан для того, чтобы разбить пиньяты. Лучадор, сэр, прошу, порадуйте меня. Позвольте мне насладиться этим восхитительным зрелищем. Разбейте пиньяты. А что тут за отсылки? Вот, котик я вижу, отсылка вот этот вот. Это отсылка, это из Лего Муви. Великолепно. Да, вот так. Ради... Ух. Лучадор, мы с тобой бы любили что-нибудь разбивать. Спасибо. Порадовал старика. Позволь предложить тебе то, что в этом сундуке, где бы ты ни оказался, главное. Не забудь, как здорово бить пиньяты. Пиньята, костюм. Ну, заметьте, что здесь уже пиньяты бонус никакие... Ну, не пиньяты эти, костюмы никакие бонусы не дают. Значит, слухи оказались правдой. Лучадор Хован, восстал из мертвых. Только в этот раз мы с тобой оказались по одну сторону баррикад. У тебя неплохо получается, Хуан. Вижу, ты принес нефритовую реликвию. Вот это я не помню, отсылка на Рэмбо, либо когда этот... Шварценеггер с кем-то там-то из Терминатора, кажется. Пожали друг друга руки так же, так вот. Шлепок был даже. Или это Дабл Драгон, не помню. Но победу праздновать пока рано. Нам предстоит одолеть очень опасных противников. Сальвадора, чьи глаза горят живым огнем. Несколько лет назад он сошел в поединке с Калакой. Сразил его и тем самым предотвратил сление миров. Однако, Сальвадор не герой. Вместе с Советом Чива мы решили помешать ему. Похоже, сейчас он направляется за обсидиановой реликвией. Иди в обсидиановый храм через скудные земли. Там ты найдешь обсидиановые реликвии. Хорошо. Удачи, Хуан. И спасибо за нефритовую реликвию. Обещаю беречь ее как зеницу ока. Как же болят ноги. Представляй, неудачно покатался на лыжах в Сьерра Морене. А то бы я дрался плечом к плечу с тобой, Омега.
Ну, это только Калака закидывал жертвоприношение. Или стоп. Или нихера. Нет, там походу что-то наверху есть. Но я туда попасть пока что не смогу. О, нифига себе, стоять. Почему я не могу зацепиться и отталкиваться? Странно. Ну что, думаю, в принципе, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. И давайте посмотрим, что вообще здесь есть. Нам туда. О, тут храм есть куриный. И всем пока.